Детский сад «Солнышко» из Покачей заявился на конкурс инициативного бюджетирования с проектом «Частицы Югры». В случае победы педагоги планируют приобрести костюмы и утварь для проведения мероприятий в традициях коренных народов Севера. Планируем закупать зима-лето взрослые, женские, мужские и детские мальчики, девочки тоже зима-лето. Планируем, чтобы и трамаганские, и аганские костюмы были, нарты детские. Область с веслом, люльку, домашнюю утварь и музыкальные инструменты. Результатом должно стать проведение национальных праздников и игрищ Ханты-Манси совсем другого масштаба. Кроме того, планируются театрализованные постановки совместно с другими дошкольными учреждениями. Все-таки костюмы, которые сделаны на профессиональном уровне, на швейных фабриках, из настоящего меха, где бусинка к бусинке, это, конечно, эффект просто большого театрализованного представления. Судьбу проекта решат сами жители. Голосование за участников конкурса продлится с 16 февраля по 6 марта, а итоги подведут 12 марта.